есть ссылочка, если запомните. И что, а чем вы нас... Когда нам уже хорошо будет? Сейчас съедим по арбузу, и будет хорошо. Так, ясно. Мясо охватывает. А? Мясо охватывает. А шаг. Кто тут кричит? Вот краснокожих? Дети. Строили дикий вор. А вон сюда выплывает. Вот это да, красивый какой парус. Разве сверху? Он белый с синим. Регата какая-то.
бензоны вывесили. Американский флаг. Я чувствую, что люди видеокамеры не перевели. Все идут и спотыкаются. Заглядывают. Профессионала редко встретишь в наше время. Тучи красивые. Еще и мячик в кадр попал, ну, оранжевый. Сзади это я. Купаюсь или там что-то лодка такая? Субтитры сделал DimaTorzok.
улыбочка такая до ушей. Да, того, кто летит снизу, летит? Да, и парашюта. Того, что летит снизу, я думаю, улыбочка. Если в первый раз, ему не до улыбочки. Какой ты пример показываешь детям в общественном месте? Я детей. Очень любит, очень. Как блестит вода. Максимальный вес 120 килограмм. Непонятно. Укладывайся в 120 килограмм. Непонятно. А почему вес ограничен? Чтобы не завалить воду. Чтобы горку не завалить. Не вышло из берегов? Горку не завалить. Вон ты мечтал пострелять. Что тут такое? Что это такое? М-16, нет? С калаша. Канал Андре 34М5, запомнили? Андре 34М5. Да, там есть ссылочка, если хорошо. Запомните. И ну, что, конечно, чем будет. Вы нас... Когда нам уже хорошо будет? Сейчас съедим по арбузу и будет хорошо. Так, ясно.